Как-нибудь ребят, заняться машинкой, тачку, да? Помыть нахуй ее. Просто с любой полосы. Завести, помыть. Надо найти где-то место, куда его загнать в гараж. Салон внутри разобрать. Все помыть. Да, потихоньку начать собирать его, да? Если такую машину доверить пиздюку 19-летнему. К следующему лету подготавливать. Вот парад. Это мускул, это агрессор на дороге, это агрессор, когда он стоит. Он вот уже эти, вот эти надутые, хороших, сука, наверное, это не просто лет машина, 5 это проток, на это дороге не ездил, да? Увидите такую машину, теряйтесь, блядь. Пропускайте машинка сразу меня, потому что я еду 200-250 всегда, всю дорогу гоняю. Все. Постараемся, чтобы следующее лето выехал на дорогу. Помыть его. Внутри привести в порядок. И все. Пару ништяков докупить. Тут такие кнопочки надо докупить. Пару резинок. Салон собрать, руль поменять. Вот так внутри вроде нормально все было. Ну. Почти упал на пол. На пол. Да. Красавчик. Фары полирнуть нужно.